В республике Хакасия родители во дворе своего дома обнаружили тело замерзшей 7-летней дочери. У погибшей девочки были серьезные отклонения в развитии. Сколько ребенок пробыл на улице, непонятно. Известно, что тело школьницы было найдено около 11 часов утром 28 октября. При этом родители видели, как вечером 27 октября малышка легла спать в детской комнате. По нашим данным, девочка была одета в легкую одежду без носков. К слову, в ту ночь температура воздуха была ниже 7 градусов мороза. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция. Однако, как утверждает источник, следов насилия на теле ребенка не было обнаружено. На данный момент правоохранители полагают, что школьница сама ночью вышла в огород и дезориентировалась, поэтому уснула и впоследствии замерзла. Девочка была умственно отсталой и училась в первом классе коррекционной школы. Из-за болезни ребенок не разговаривал. Уточняется, что помимо входной двери в доме была еще дверь в котельную, которую не запирали, именно из нее девочка, вероятнее всего, и вышла ночью на улицу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».